за святую Русь помолюсь. Вот это вот последнее, что я успеваю сказать. Посылку получил, огромное спасибо за брошюрки, манжурский орех. Это была вторая посылка. Обе подарочные. Ничего, изменять видео не надо. Оставить как есть. Ну там. Так, была сегодня в школе, процесс идет. Пятница встречается с ребятами. Стрельцируем вишню, сливу. А она все умеет уже. Знакомимся с азами. Да, еще была Лемещук, тоже с детьми. Это вот сейчас у нас в Кугаре, вот второй пример. Это что, на всю страну? Ой-ой-ой. Ну ладно. Знакомимся с азами садоводства по железу. Успею до посадки провести несколько занятий. Постараюсь донести понятие, почему нельзя обрезать ветки, садить саженцы в ямы и так далее. Затем какие-нибудь соревнования, ребусы. Дети это любят, запоминаются лучше. С участком земли под школку определились. Я всегда скажу, не надо сразу захватывать всю землю. Перекопают, все, жидко посадят, там зашло, тут нет. Школка, как помидоры. Потом уже, вот тебе, это, Коля, тебе саженец, тебе. И ухаживаю за ним всю оставшуюся жизнь, пока школу не кончишь. Все идет хорошо, благодарю вас за такую поддержку. Вот это она написала, получила от меня второй подарок, вторую посылку. Ну и время заканчивается, а мы так опять половину. Ну, хорошо. Помните, я вам показывал вот так, говорю, ой, пришла эта скайп. Ну, слава богу, мне научили, вместо меня взяли и перевели вот сюда. И вот эти вот выражать персиков. А и вот напоследок, смотрите, как будет выглядеть. Я опять не дозвонился. Вот это персики, да, это два ведра, еще два. Представляете, сколько косточек будет? Вы чувствуете, что такое геометрическая прогрессия? Плоды на дереве, раз. Персик хасанский, выращен из черенка, прививка на сливу местную. Вот персик на сливу сразу, это учеба, нормально идет. Результат налицо. Интересно, где? Слушайте дальше. Вот тут фотография, кто мне прислал, была женщина. А на фотографии оказался мужчина. Ничего про него не знаю, кроме того, что он в трусах. Так. Это, читаем, абрикос королевский, привит на местную желтую сливу. И черенка присыпана вами. Вот это все проверяется, потому что я не смог скопировать текст. Ну, поверьте, ни одной буквы, цифры не изменил, ни одной буквы не изменил. Не все, внимание. Итак, мы определились с персиком. А это черенок. А это, внимание! Так, сейчас это самое, огорчу Катю Кузнецову. Кажется, Катя обошли. Абрикос королевский, клон Железова, выращен из косточки, плодоношение на 6-й год. На 6-й год с косточки? Нормально. Бывает 4-й, 5-й, ну ладно. 6-й. Внимание. Катя, ну что, если это самое, так смотреть, может у него климат мягче. Вы живете на Урале, а деревья это чувствуют. Его абрикосы, сеянцевые, крупнее. Я надеюсь, не сильно вас огорчил, а? Моя любимая ученица. Так вот, сейчас я, так, прошу прощения, кто-то звонит. Сейчас мне надо. У многих соседей экономят, нет вот этой штучки, которая домофон открывает. У нас такой уровень жизни. Алло. Так, сейчас халат накину. Вот еще. Значит, сейчас я найду его телефон, попробую позвонить, может быть, там повезет. Я не знаю, как вы, а я очень хочу знать, где живет этот человек и как его зовут. Сейчас момент. Момент, момент. Так. Так, где мне момент, урожай, точка, ага, урожай, вот он, смотрите, вот он телефон, нажимаю, вот, вот это вот, я ничего не выдумываю, осталось ждать,
хоть сегодня возьму трубку или нет. Откуда эта роскошь? Где это вырастили? Южнее, севернее. Я же не могу дозвониться, и все. Вот звоню. Еще громче сделаю. Слушаем. Ну вот видите. Ой, жалко. Но еще не последний вебинар. Вот. Все, отключаюсь. Вот, ничего не обманываю. Смотрите. Так, приехали. Что там нам осталось поговорить, учитывая, что время истекло. Но самое главное, что я хотел сказать. Ой, нет, Антон Валерьевич, это наша с вами подруга. Мы не можем не показать ее. Я что говорил, бенефис Елены Савинич. Уже без комментариев, Елена Александровна. Вот. Я нашим с вами подругам больше времени посвятил, потому что мы с вами уже старые приятели. Вы красовались уже на нескольких вебинарах. Вот. Список опубликованных работ. Вот смотрите. Я сейчас буду долго листать, потому что обращаюсь к Елене Александровне. У вас такие сотрудники найдутся? Кстати, обратите внимание, она не жадная. Она добро помнит, смотрите. Видели? Но это к слову. Пойдем дальше. Смотрите, что это за уникальный человек. Я даже думал, что таких уже нету. Почему я и сказал, что это штучное изделие. Вот. А как она набралась наглости? И попала в группу по подготовке квалификации. Вот она, наша красавица. Вот. Вместе с кандидатами, докторами наук. А? Здорово. Вот какие он. А это наши с вами это. Если говорю, штучные изделия, это наши изделия. Вот. Она умудряется и быть и ученым, и нормальным, простым человеком. Вот. Так вот, я ее назвал, учитывая, что она приехала в Красный хутор. Училась у меня 2 года, и я назвал ее Новый Ломоносов. Ну, а дальше, вот это приятно. Это чтобы, если Елена Сергеевна видела, что такое дети в саду, и где здоровые фрукты, то пусть посмотрит. Вот. А это, да, вот он, 4-й из этой группы, которых я предлагаю заняться наукой, только у меня нет погон. Вот. Он от безденежья, имея практику, опыт садоводства. Он опытнейший садовод, у него золотые руки. Вот, я говорю, Сережа, давайте сфотографирую. Он сразу, раз маску, нет, стесняюсь, почему? Но я же торгую. Я говорю, ты же владелец, ты не торгаш, ты замещаешь продавца, но ты владелец магазина. Это круто. Я говорю, а ты знаешь, что такое садовод? Вот есть человек, который копает могилу, землекоп. Вот есть человек, который, например, это самое, подметает улицы, там граблями работает. Значит, вот это мой Железово старшего, это мой уровень. Это самая низкая ступень социальной лестницы. Вместе с дворником, с уборщицей, с гробокопателем. Вот это мой уровень. Вот. А ты владелец магазина. Но это горькая. Моя слова, мои горькие. Вот. Надо его вернуть обратно. Нет, он продает саженцы. Нет, он выращивает. Но его потенциал в 1000 раз больше. А вот это его дочка, моя внучка, Валерия. Вот видите, как горько. Она уже играет торгаша, все. Она мне продала огурец за 100 рублей. Она уже торгашка. А вот это вот следующее поколение, еще один внучок, Сашка. Вот. Вот, понимаете, на всю страну не найдется, наверняка, я почти уверен, ни одного другого малыша, который держал бы яблоко Квинти, родом из Канады, ну, по другим данным, из Голландии. Ну, не найдете другого малыша. Ну, вот ему повезло. Ну, 1000 малышей должны вот так вот быть. 1000. А вот эта дебильная агротехника, плюс это самое мошенничество, когда люди покупают 99% дрова,
а потом на костер. Вот это к чему и приводит. Видите? Спиленное дерево. Вот, Ирина Александровна, вспоминайте. Нету его. Но я показывал всем вот это спиленное дерево. Вот. Вот это он спилил маджурские абрикосы. В том числе вон тот самый дальний. Самый сладкий, какой я ел в жизни. Надо место освобождать. В стране места нет. Вот. Ну ладно, на сегодня хватит. А то получается вроде хотел оптимистично. Да, оптимистично. Вон каких этих вырастили мы. А? Наталья Матвеева, каких мы вырастили? Дочек и сыновей. За ними будущее. Ну, элита обособилась. Представляете, я еще раз напоследок. Так уж вышло. Каким образом сибирячка преодолела этот барьер и попала в элиту? Это бывает один... Ну, это как лотерейный билет. Все не выиграли, только один там из тысячи, из миллиона. Так же? Так же, как и второй тоже. Наверняка без блата, просто очень умный оказался и... Там оказался Сергей Сергеевич, оказался министром просвещения. Наверняка умнейший мужик, да? Но это исключение из правил. И когда пройдут годы, окажется так же, как с гимнасткой или там это там конькобежка или там катание на коньках 30-40 лет. Разве можно выступать в соревнованиях? Пока молодые, ну вот нет такой возможности. Земли нет, видите, что делается. Вот. Перспектив никаких. Взять кредит, взять этот вагончик, сделать магазинчик. Вот человека с такими мозгами, как Сергей, 31 год, парню. Ладно бы был бы дураком. Это он, не я придумал, что в нашем районе очень жесткая вода, и деревья пьют эту воду и не замерзают. Это его фраза. Понимаете? Вы найдите ее в учебнике. Ну, пожалуйста. Ну вот поговорили. Сейчас у нас впереди еще время есть. Мы сейчас плавненько переходим на вопросы-ответы. Как это выглядит? Смотрите.